Мораторий на вырубку саксаула позволит значительно увеличить плантации кустарника и существенно реанимировать часть высушенных земель в Кызылординской области. Напомним, запрет начал действовать с 2015 года. Сегодня в регионе 7 миллионов гектаров государственного лесного фонда. На трех из них растет саксаул. За годы моратория он разросся не только на площадях лесного фонда, но и на территориях частных угодий и сельских округов. По словам экспертов и местных жителей, решение продлить запрет на вырубку саксаула еще на 5 лет было верным. Экологическая польза природе огромна. Научно доказано, что одно деревце саксаула задерживает 10 квадратных метров песка. В Шиелийском районе семена саксаула мы каждый год высаживаем на 900, а саженцы на 300 гектарах. Почти половина приживается. Это хороший показатель. Кроме того, особо отмечу, что в районе резко увеличились площади саксаульников, выросших природным путем. Вот.